Ребята, всем привет! Добрый день, ребята! Вы всегда говорите, чтобы я с Вовой снимал или Вова со мной, чтобы мы совместно снимали чаще видосы. Вот, нате вам! Да, вот, ловите совместное видео. В этом видео мы просто не просто хотим записать видео, а хотим рассказать нашу новую идею. У нас вот такая вот, может быть, кому-то покажется глупая, для кого-то скажет, вау, классно, но все-таки, Валентин, в этом видео мы будем показывать, сколько зарабатывают блогеры в Германии. Да. Ну, это Валентин, это я... можно так сказать, что никто этим не делится, и да, все это как бы скрывают. А да, мы решили с вами этим поделиться. Да. А, и плюс подключили Серегу. Серега, я стриптифал, Серега выпустит тоже видосик, типа такого, и расскажет, сколько он получает. Ну, не в этом суть. У нас еще мы решили копануть. Давай глубже. Сначала мы покажем, сколько кто зарабатывает. Сколько зарабатываю я, сколько зарабатываешь ты. А потом после этого мы перейдем к нашей идее, которая мы считаем очень-очень крутая. Короче, мы вам кое-что хотим подарить. Да. Ребят, всем привет. В этом видео сегодня я вам хочу показать мой настоящий заработок на YouTube. Так как уже это было тоже в комментариях, люди интересовались и говорили, Валек, скажи, что почем. Я знаю, есть такие блогеры, которые именно в эту сторону концентрируются и рассказывают, там предполагают какие-то заработки, у кого сколько может быть, кто сколько может зарабатывать. Конечно же, на меня такое еще не делали, я еще до этого не дорос. И так как меня спрашивали, и вот пришло время, я хочу вам это все показать, как это выглядит на самом деле. Для этого, друзья, сейчас вы видите мой рабочий стол. Мы переходим на нашу страницу YouTube. Заходим на наш канал. У меня, конечно же, все на немецком, так как для меня это все-таки удобней. И сразу переходим в нашу YouTube студию. Это главная страница YouTube студии. Для этого мы проходим в аналитику, Analytics. И вот вы как видите, вот главное, все здесь, короче, могу сейчас вам все объяснить. На YouTube, как я понимаю, нету 30 рабочих дней. У них получается 28 дней. Вот наши 28 дней. Там можно выбирать еще 7 дней, 90, 365 и так далее. Вот. У нас сейчас за последние 28 дней вышло 61 984 просмотра. Это получается 272 839 минут. 8% упали, между прочим. Это говорит о том, что видео не смотрят до конца. 211 человек присоединились в нашу команду. Всем привет. А в зарплате у нас это, ну, что такое? В зарплате у нас получается 47 центов, ой, 47 евро и 36 центов. Вот это зарплата за 28 дней, как вы видите, вот letzte 28 Tage. Это у нас вот за 28 дней выходит 47 евро, 36 центов. Вот. Никакого фейка я здесь сделать не могу. Здесь вот показывают каждый день там примерно, да, вот там вот 10-10, 15-10, вот так вот идут просмотры. Поэтому все честно, все прозрачно, ничего я здесь подделать не могу, так как даже это и не в моих интересах. И мне нечего скрывать, вот так. Цель группы. Заходим, я вам хочу показать, кто меня смотрит и откуда меня смотрит. На самом деле, немножко обидно, что меня смотрит всего лишь 8, не всего лишь, а аж 88,7% без подписки на мой канал. Странно. Ребята, прошу вас подписаться. Мужской пол 81,8%, женский 18,2%. И самая главная группа зрителей от 25 до 34 лет 28%, а 35-44 года получается 27,1%. И откуда смотрят, хотел вам обязательно показать, это с России 39,2%. Всем привет в Россию. Украина 13,9%, всем привет с Украины. Казахстан 12,9%, всем привет в Казахстан. Германия, поздние переселенцы меня очень плохо смотрят, всего лишь 8,6%. Обидно. И Беларусь 3,4%. Всем привет. Вот, ребята, нету никакого фейка. Это все видео я вам записал с одного кадра. Я здесь ничего не буду резать. Все, чтобы было честно. Да, и вот вы, как вы видите, это вот тут стоит. Актуализировано 6.11 в 9 часов утра. Сегодня у нас 7. Ну, тут они всегда вот тут даже стоит, что плюс-минус там 2 дня. Поэтому вот это наш заработок. С вашими просмотрами, вот это вот вышло у меня за последние 28 дней.
Кто-то скажет, это вообще ничего. Я скажу, что даже и это какая-то копейка, которая мне помогает так же самое инвестировать, покупать, развиваться в новые камеры и так далее и тому подобное. За это всем большое спасибо. На этом все, ребят, такой вот получился видос. Также попрошу вас подписаться, поставить лайк, поделиться с этим видео и присоединяйтесь в мою команду, друзья. Все, всем пока. Ребята, добрый день. Добро пожаловать на мой канал. Это вот наша страничка, наши видосики. Нас на данный момент 11 200 человек. Так что, ребята, большое спасибо за подписку. Давайте перебежим на основную нашу статистику и посмотрим наше движение на YouTube-канале. Так как мы с Валентином хотим быть прозрачны. Итак, за последние 28 дней нас посмотрело 33 тысячи раз. Нажали на видео, да? Угу. 28 дней, как уже говорил Валентин. Статистику можно посмотреть. Да, в минутах у нас 140 тысяч. И к нам пришло 119 новых зрителей. Ребята, спасибо за подписку. Нас становится все больше и больше. И, конечно же, денежки. 37 евро 72 цента. Я надеюсь, что в будущем прибавится нолик. Так что все, как говорится, впереди у нас. Итак, что у нас тут еще интересного? Ну, конечно, наша статистика. Самые хорошие видосы. Так что, подождите. Ага, где-то было. Нет, это не туда. Вот сюда, да. Давайте посмотрим, кто нас смотрит. Ну, конечно, как и Валентин говорил, нас смотрит 83% без подписки. Ребята, подписывайтесь, а то вы не сможете принять участие в нашем конкурсе, о котором мы скажем в конце видео. Так, подписчики смотрят только 12%. Ребята, что-то маловато. Так, ну, конечно, также нас смотрят 61% мужчин и 38% женщин. Надеюсь, будет скоро побольше. Итак, возрастной возраст от 25 лет до 44 лет смотрят меня примерно вот так вот. Ну, нормально. Можно сказать, что как и у Валентина. Так, откуда? На первом месте, конечно, Россия. Ребята, привет. Надеюсь, мои видосы вам нравятся. Ну, на втором месте Германия. Давайте, ребята, поддерживаем канал. Ну и потом Украина, Казахстан, Беларусь и тогда подобные. Огромное спасибо за ваши комментарии, подписку. И можно сказать, что все. Да, это еще раз наш заработок 37 евро. Все, вроде бы на этом все. Так что, ребята, давайте слушаем дальше, смотрим дальше. И надеюсь, вам понравилось. Ну что ж, ребята, вот это вот наша месячная зарплата. И да, теперь мы да, переходим, давай, переходи. Вы можете скажете, блин, это что за копейки, но мы считаем все-таки и это тоже деньги. И мы хотим вас заинтересовать в развитии наших каналов, друзья. Как бы сказать, что чтобы вы имели от этого тоже, поделиться с вами. Вот, вам да, сказать этим способом, вам сказать спасибо. Да, спасибо за то, да, что вы нас поддерживаете. И да. Короче, начинаем. Ребята, мы... У нас была такая идея. Короче, мы вам хотим подарить деньги. Да. У нас такая идея. Мы хотим 4 раза в год, это получается один раз в квартал, делиться с вами нашей прибылью с YouTube. Да, последняя зарплата в квартале будет разыгрываться на YouTube, на лайвстриме. Да. И я думаю, что это будет очень круто. Мы также само хотим озвучить условия. Вы должны быть подписаны на наш канал обязательно. Также само под всеми видео, которые мы выпускаем за этот квартал, вы должны также само оставить ваш комментарий. Да, это вот самое главное условие, потому что если не будет вашего комментария, то у вас не будет возможности принять участие в... В игре, да. В лотерее. Да, лотерея. Приветствуются, конечно же, и 2, и 3 коммента. Это будет только поднимать ваш шанс. Да, и подписан должен быть. Подписан обязательно. Да, обязательно, да. Подписан. Опять же, мы хотим обязательно сказать это сразу. Все блогеры Германии не участвуют в этом конкурсе. Ну, это будет просто нечестно. Да, но все же они могут писать комментарии, и если... Нас хейтить. Да, нас хейтить. Во время процесса, как говорится, розыгрыша, если выпадет чей-то ник, скажем, в Германии, там, какого-то видеоблогера, мы просто будем опять переигрывать, пока мисс не будет нормальный подписчик. Чтобы это было честно, все это будет проходиться в лайв-стримах.
И еще и что-то я хотел сказать. Да, какое будет видео браться, откуда будут браться комменты. Не то видео, которое самое больше просмотров или лайков, или комментариев, а видео тот, которое, например, нравилось больше мне или да, там... Да. Которое видео за эти 3 месяца понравилось больше всего мне. Да. Это просто видео будет браться или там... Ну, короче, факт... Короче, факт, что не будет всегда видео то, у кого, на котором самое больше просмотров или комментов. Так что обязательно, скажем, в декабре, мы будем разыгрывать первую зарплату в декабре. Почему? Да, мы не будем ждать 3 месяца. Да, мы уже Новый хотим год. Вам сделать под Новый год подарок. Да, и будет в декабре перед Новым годом разыгрываться первая зарплата. И так что, если хотите поднять свой шанс выигрыша, вам надо пройтись по всем видосам, которые были поставлены в октябре, в ноябре и будут ставиться в декабре, и везде оставить свой комментарий. Ну и, конечно, пальчик наверх. Если вы не подписаны, обязательно подпишитесь, потому что если даже ваш комментарий попадет выигрыш, и вы не подписаны на канал, то мы будем выбирать заново. То мы будем переигрывать. Рандомным способом. Вот это мы забыли сказать, что будет случайный выигрыш, да, рандомным способом. Я такой розыгрыш уже делал. И с этой с помощью мы будем так выбирать наших победителей. Также это видео тоже может будет участвовать в розыгрыше. Так что под все видосы ставим комментарии. Да, и вы понимаете, что чем больше активность, тем больше поднимается и заработок на YouTube. Да. Все зависит от вас, ребята. Мы просто хотим на самом деле сказать, все это получается ради вас. Чем активнее подписчик, тем активнее получается и канал на YouTube. Так что, ребята, ждем ваши комментарии. И, конечно, прежде чем будет розыгрыш, неделю заранее мы вам дадим знать, что будет лайвстрим, да. Да. Так что все. Пока. С вами был Валентин. И Вова. Да. Все. Ждем видосов. Удачи. И да, удачи в розыгрышах. Всем пока, ребята.